я Джози Марон, я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни карьеру. Посмотрим, что получится. Будем проходить всю игру. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Буду показывать, как проходить, что из себя что представляет, какие деньги можно заработать. И к тому же, как можно легко проходить и новые места, которые нужно открыть вот конкретно. Внимание всем экипажам, указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменяется. Слушай, с твоей тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Слышишь меня? Долго ты не протянешь. Очень намеки на штуки.
штук через рак. То есть разумные игры, сержант Кросс, один из самых опасных людей для гонщика. Парень, ты не туда свернул, верно? Мне нравится твоя тачка. Ого, сколько всего. Весь этот тюнинг для понту или для дела? Интересно, а если посмотреть под капот? Это идея. Наверное, мы туда заглянем и найдем много такого, что не указано в техпаспорте. Ты против? Может, начнем? Выливай, ты буквально. Похоже, докатался ты, гонщик. Открою тебе маленький секрет. Все гонки в Рокпорте закончились. Понятно? Я подготовил милый сюрприз, который не понравится ни одному гонщику. Выходи из машины. У меня превышение скорости. Попробую догнать. Внимание всем в районе. Присоединяйтесь. В следующий раз нас не отвлекут. Казалось, там взял ключ, но такой гад, что царапает машину. Ключом, блин, Славый. Почему? Эти замедления, которые можно по пару углу контролом делать, очень помогают во время вот этих крутых поворотов, которые они есть. И в левом углу мы можем заметить, что есть ага. То есть если вы будете внимательны и будете смотреть время от этого на карте, вы будете уже готовыми для таких крутых поворотов и со временем научитесь очень быстро вот управлять этим замедлением, которое, по моему мнению, это очень помогает во время игры. Рейзер, он сам прицепился ко мне. Циц! Вот теперь тут на одного лоха больше. Надо просто забрать машинку и послать нафиг. Вряд ли он лох. Тачка хороша. Меня конкретно зажигает.
в этой игре. Жалко, что у нее роли очень мало, конкретно в таком случае. Получше всех ваших. Против этой тачки у тебя нет шансов. Но это еще надо доказать, киска. Ты меня плохо знаешь. Спорим на что угодно. Я сделаю этот велосипед прямо на старте. Ну-ну, сколько ты готов поставить? 5 штук. 5 штук, что мои ребята его порвут. При чем тут твои цепные псы? Я сам пачкаться не стану. И не было такого, чтобы ты, киска, решала, что мне делать. Ага. Он же номер 15 в списке. Для него это мелко. У него есть стиль. Ладно, все ясно. Так вы струсили, да? Урою. А 10 поставишь, а? А вот так. Хочешь поднять ставки? Ну давай. Эй, это полиция? Тут какие-то хулиганы у пристани решили гоняться. Разносят все вокруг. Приезжайте и скорую захватите. Если ты еще не понял, ты не понравился мне. Совсем. Вот мне конкретно крутая. И очень многое зависит от тебя. Жалко тот факт, что у Мии роль в игре как проводница она. И очень мало видно, вот как она вот во всем этом участвует и так далее. Но сценарий, значит, того, как написан фильм, написана игра, простите, очень увлекательно. То есть все время ты стремишься к одной самой главной цели. Вот, и, честно говоря, первоначально, когда сыграл игру, когда был Razer в 15 месте, я не понял, почему он в 15 месте, но скоро вот игра объяснит, почему Razer на самом деле сейчас на 15 месте, а после он становится на 5 месте. Этим игра становится еще увлекательнее, и все время держит тебя до конца всего этого, остаешься в игре для того, чтобы понять, что происходит конкретно в игре. Промежуточные гонки как-то ведут тебя под ветер, понимать, о чем игра, почему она так развивается. Как-то эти 4-6 дней, которые есть, я как-то не запомню, они вот тебя подготавливают к тому, что ты должен все время гонять и должен все время быть внимательным и всегда стремиться на первое место.
Это одна из основных таких гонок, которые есть в игре, круг, во время которого иногда бывает даже 4 круга, насколько я помню, но в основном 2 круга, 3 круга, которые надо сделать по одной и той же шоссе, по одной и той же дорожке. Легко, трудно бывает в первый раз. Во второй раз уже как-то, если вы хороший водитель, ну, не думаю, что кто-то будет там спит, такой хороший водитель, потому что она очень быстрая езда. Ты запоминаешь уже дорогу, и тебе становится довольно легко проходить вот следующий круг. Неплохо, но не зарывайся. К тебе приглядываются. И ты приглядись, парень. Ты привез мне новую машинку. Позволь взглянуть, что там под капотом. На этом все, ребята. Следующее видео вы увидите на следующей неделе, как будет гонка с Рейзером, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Пишите в комментариях, что вам понравилось в видео, что вам нравится вот именно в этой серии игры, какая у него хорошая сторона, какая плохая. Я постараюсь ответить на вопросы. Поставляем лайк, если не сложно, и подписываемся на канал. Спасибо, ребята, встретимся в следующей неделе на гонке с Рейзером.